have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. Всем здрасте. Всем доброго времени суток. Начинаем нашу трансляцию из супа. Суп из опилок, видимо. Давайте. Новая локация, которая у нас открылась после швартовки. Тут водичка абсолютно мутно-красная. И только нам стоило швартоваться, как нас моментально еще покусали. Да, мы но хотели мы как... более адекватно начать эту серию, ну, впрочем, ладно. Ну, адекватно у нас не бывает, это не про нас, но фишка в другом, что мы даже не утонули. Почему у меня в каюте пожар? Нету. Да, нету пожара нету. Никакого, тебе кажется. Это тебя артефакт до сих пор еще не отпустил. Мне скрин скинут. А, кстати, Фрум, я не помню, был ты тогда или нет, когда я слагу. Короче, суть в чем? У нас было три артефакта. Один, скорее всего, вызвал вот эту тему, что нам казалось, что что-то сломано. И да. Слуховые галлюцинации. Да. Помнишь тот артефакт, который мы еще до этого находили, который паром жёг? Да, было. Ну так вот, он паром жжёт только под водой, а без воды он жжёт огнем. Поэтому загорелся аванпост. А знаешь, почему мы не затонули? Ну? Ой! Потому что у нас был третий артефакт, который затапливал весь корабль. Ясно. Ну, в принципе, это то, что мы обсуждали в конце прошлой серии. Да, что можно? Почините шлюз, пожалуйста, верхний. Верхний, нижний? Верхний. А что это за шляпа под нами? Можно я сплаваю? Посмотрю, нет. Что это. Я хочу учиться. Подожди, тут что-то булькает. Не надо. Мне очень интересно, что это за кристаллы, они не дамажатся из пушек. А ну, подсветите мне, пожалуйста. О! Алло, блин. Слаг. А, ты реально... Да. Где там кристалл? Можешь подсветить? Блин, а нам бы по-хорошему бота было бы. Раздави меня ПЖПЖ обо что-нибудь. Я подумаю. Я, если что, под днищем застрял. Ой. Что это было? Что это? Я тебя припомню. Нет, не надо! Я тебя сейчас приду застрелю, ты меня дважды чуть не раздавил. В прошлом меня звали Адам Смешер, если вы не знали. Я не Ребекка. Адам! Ай! Мэш. За что? За что? Я тебя убил! Я тебя убил, скажи! А я тебя убил? Я сейчас застрелюсь и получается убьешь. Хорошо! Так. Так. Сверху, если выплыву сверху, ты, по идее, не сможешь меня раздавить. Я просто уплыву. А, ну ладно. Понял. Вы никуда не плывете? Я не знаю, привет. Я там сильно думать о том, чтобы лезть на за борт. Я вылез за борт. Я очень надеюсь, то, что тебе кто-нибудь сожрет там. Спасибо, бро. Мы в прошлый раз уже насмотрелись на новеньких тварей. Так, что мы сейчас делаем? Каких клоунов куда мы везем? А то в прошлый раз у нас было много слухов. Мы никого никуда не везем. А где клоуны? Мы? Цирк уехал, клоуны остались, подожди, на, ну не настолько. Что это? Что за кораллы? Я не знаю. Что это такое? Отойди. Она не коцается из пушки. Да. Да. Ладно. А почему мы на пузе лежим? И куда нам надо? Все в порядке. Какие-то. Она что-то испускает, но что это, я эманации, не понимаю. Эманации. И коцать это что-то. Ты не вообще этот мутант, так что все нормально. А, ну возможно, из-за этого, да. Так, это тоже обычный коралл. А, это что? Это просто стена. Ладно, плыву обратно. Хорошо. Здесь у нас, конечно, снаружи все плохо. Привет. Давай подварим, пока стоим на месте. Я сейчас выйду тоже, подожди. Я подваривал. Не знаю, зачем. А, ты же все подваривал? Ну, не все, но часть типа, поварил. Больших дырок по нету? Может, если такое, то реально весь корабль поклеим там? Ну, весь корабль мы явно не поклеим. Ну, в принципе, спереди над оружейной рубкой теперь все целое. Хорошо. Я там проварился. Слева вообще где-то звук затапливания, ну. Это потому что я зашел. А, шлюз был. Угу. Да. Чиниться вроде не надо. Ну, корпус вроде целый, кстати, ну так плюс-минус.
Угу. Да. Он здесь, он вот на этой локации он выглядит поломанным. Видимо, чисто из-за гаммы. Воды. Да. Мне кажется, что корпус сломан, но он абсолютно. Хорошо. Стал. Так, серьезно, что у нас по заданиям? Что там происходит? Ничего, нам просто доплыть нужно. Куда давай? Поплыли. Ну сейчас это чуть-чуть у нас. Да здесь сети, кстати, странно выглядят на сонаре. Здесь... Горы, почему они оранжевым подсвечиваются? Ну тут все. О, стой, тут чинить. Может, нет, все синее, зеленое, а не оранжевое. Может, и пробиваются они насквозь сигналом. Хорошенько так. Возможно. Живые горы. Это Кавказ. Я как раз об этом подумал. Живого там нифига нет, конечно. Камни это ж... По какой там теории зарождения жизни на Земле существа? Кремниевые. Это... Кремниевые? Ты про кремниевых существ говоришь? Да-да-да. Плохая новость в том, что... у нас же нету лишних... Бармотов сейчас здесь, которые будут таскивать патроны. У нас просто все пушки поразаряжены немножечко. Ну, мы можем стащить все боеприпасы. Я сейчас как минимум в этот шкафчик перетащу. У нас отвратительные. Зачем нам вот эти вот бомбы с атомным значком? Если у нас нападет червь, мы просто скинем эту бомбу и свалим от него без сонара. Не-не-не, мы сбросим бомбу. Мы будем ими срать, как УТС. Он не наестся ими. Да, вообще насрать на него. Тогда предлагаю перенести их отсюда, наверное, чтобы они под ногами не путались в ту дальнюю так часть. У нас сброс этих бомб вот тут. Где? Вот где я стою. Вот сюда ее заряжаешь, тыкаешь на кнопочку, она вниз летает. Ну, хорошо. Только что перед нами просто гора разжижилась. Да, они там интересно себя ведут. Что за дичественные циклические? Щиточки балуются, подожди. Не, это просто я слишком быстро переключаю из разных осей и нашу скорость. Вообще, чисто в теории, если постепенно переключать, то все будет в порядке. Мы, кстати, к Маясу почти приплыли. Я забыл сказать то, что у нас... О, сверху Малох! Малох? Нет, это не Малох! Блин, чувак, там... Давай садись на заднюю пушку, быстро! Хорошо. Мою за ногу. Ты вообще... Как я угадал, что это задняя, я не понял сам. Так, я Фанри... предлагаю паковаться в таком случае. Да. Нет! Самое большое сдохло. Да? Да, самое большое мертво. Теперь вокруг... Нет, не мертво. Оно просто так замедлилось, я думаю... Какую-то мелочь подбил. Так, сейчас патроны закончились. Нас прогрызли, да? Фиг знает, у меня... Да, я воду слышу. Да. Но у нас реакторный нет. Да, в реакторную, они целят туда. Там какой-то зеленый. Может, он хочет в реактор втыкнуться, чтобы нас подзарядить? Подождите, может, это мобильная зарядка приплыла? Нет, здрасте. Жесть! В затылок! Шо нафиг? О, большой откис. Теперь с концами вроде. Я дотянуться до него ничем больше не могу, вот печаль. И нижняя пушка... А, их двое было? И больших двое, нет. И мелких еще не считано там вообще. Мелких двое осталось. О, еще тигры и акули приплыли. Я одного мелкого... Грохнул. Он пошел угнаться, он погнался за этим, за шипострелом. Да? Да. Хорошо, ну корабля у нас типа нету, все, нормально. Да, все, ну, вот, зеленый тут. Стоять! Я не смог его подстрелить прямо над кораблем. Стой! О, убил! Все, я смогу его съесть потом. Так, стреляем по большим гадинам, они не такие пострашнее будут, чем стрелы. Мелкие они тоже, кстати, очень даже гадкие. Да, но они нас. А видишь внизу? Сейчас. Вон еще одна большая колбаса. Этого придется вручную идти бить. Угу. У нас пушка прямо на этом лежит. Подожди. Вот эта пушка функционирует. А где он? Он туда, в корпус лезет. Там, где у нас этот... Все, он уже в корабле, да? Да. Так ты в реакторный? Заварю потихонечку. Там тварь. Но если сварь в реакторный, то его там нет. Он не в реакторе, он где-то на верхней палубах, там где шлюзы или... Я его просто вообще нигде не вижу. Я его слышу, вон, например.
Так, у нас крыши нет. Без башки. Кабриолет. А, меня смывает вниз активно. Теперь у нас здесь есть крыша. Я услышал. Чем оно там урчит? Ой, я его нашел! У нулисотрона верхнего. Ну нафиг, я буду заваривать стенку раньше, чем ты ее прогрызешь. Ща, я пойду попробую пострелять по нему. Рисотрон верхний, говоришь? Не надо, я тут прям... Он грызет, я завариваю сразу же. Шел нафиг. Ладно, хочешь прогрызть? Хорошо, я тебе помогу. А что, погрыз, гадина? Я его этим резаком ошпарил. Гони его отсюда. Жень, ему наношу хоть урон или нет? А, ты разрывными палец? Да, он дохнет, так я понял. Это пушка. Ну нафиг. Все, тихо. Извиняюсь. Тихо. Один мимо прошел, да. Не один, три. А живой ли я? Я по пофигу вообще. Танканул три попадания фугасных и не сдох. Я видел один. Отлично. Прям на передней пушке еще одна гадина. А, да, пипец. Иди нафиг! Уйди нафиг! Не смогу. Я его застрелил копьем. Тихо. Лечись. У меня копья Анфа, они чуть ли не шотают. Внимание, вопрос, где они теперь все? О, копья? Они по корпусу собирать, да. О, еще одна. Осталось последнее найти. Так, ладно. От этих лузеров отбились. Так, что здесь? О, кровь. Красная, я сейчас. Сразу же, да. У физикоревый. А, это я выкинул физикоревый. Ну что-то не так явно с нашим кораблем. Почему? Он просто затоплен. Вот именно. Ну, и. Не было потолка, нам тут спереди все раскроили. У нас щитки вымерли просто. Да, щитков нету. О, нет, мне голову шлюзом придавило. Мой от него начала вода литься теперь. Ёп. Да. Чиниться будем долго. Ну, ладно, на тащите мне гитару. Ну мы да. Да. А, ну ладно. Уже я ж хотел там зеленых еще пострелов по этот. Да ну его нафиг посмотреть. Заразишься чем-то. Я и так, меня он уже сфак мазал. Смешается кровь с мочой и умрешь от заражения мочи. Понял. Так работает. Judge Talents 2 утверждает, что да. Что-то как-то. Как-то тьма тут такая густая, непроглядная. А, Слаг, корабль ляжет на аванпост, мы не выплывем. Все в порядке. Хорошо. Я буду просверливать тогда стенку, да? Аванпост обитаемый или не обитаемый? Пока не знаю. Вау, превосходный кислородный баллон. А, у меня и так же очень крутой баллон стоит в этом, в огнемете. А мы типа туда идем, там бикон 17 метров, вы активировать будете его? Ну что, по идее, я это соло сделать мог. Я никуда не иду, я сижу здесь. На всякий случай. Ну естественно. Мы опускаемся. Да, я знаю. Не опущенная, заниженный. Так, реактор. Ты взял уже стержень? Yes. Так, не-не-не-не-не, в прошлый раз это был не фан, подождите. По факту, кстати. Но сейчас там кроме нас терять нечего. В прошлый раз мы как раз из-за этого и рестартили. Опа. О как. Ну, если что, будем прятаться от них. А ты стеночки все заварил? Нет, конечно. Алло, какие стеночки у нас открыто тут? Закрой. Форточку закройте, дует, да. Аванпост открыт. Просто стоим в воде. Спокойно обитаем. Так, здесь целость. Даже окно на месте. Вот это да. Не вынесли никакие гадости. Удивительно. Да.
А тут вообще вон комната целая, можно лечь спать. Почему ее начало стапливать, как только я ее открыл? Физика. Знаешь, что физика жестока. Откуда вода берется? Куда вода берется? Кран закройте. А, ну, да, хорошо. Тут лом превосходного качества. У меня такой есть. А, у меня отличного. Превосходного это какой? Фиолетовый? Фиолетовый. Оп, фокус. О, так тут топливный стержень. Отличный топливный стержень. А ну-ка, с собой. Ну как-никак, да, все-таки финальная локация игры. Когда бы еще быть хорошими вещами, если не здесь. О, нормальный сварочный баллон. Прекрасно. Отлично, вон мне пихать не во что. Поставим циферку один. Подожди, я думаю. Тут эти опять... Надо огнетушителей напереть, а то у нас и кораблей их мало. Я серьезно говорю. Я знаю, у нас после фишки с артефактом, да, с огнетушителями вообще хорошо стало. Почему? Где кнопка открытия люка? Пец, я его ломом вскрыл. Ладно, тогда будет что-то интересное, вернемся. Они пришли сверху. Короче, мы сейчас сюда включили аванпост, и к нам опять пришли эти другальки. Игра начинает подставлять уже регулярно на этой этапе. Все запомнили. Да, запомнили. Каждый раз при включении аванпоста эти твари появляются. Аванпост снизу идут сверху, если аванпост сверху, идут снизу. Блять, опять все заново. Да. Прикол в том, что они были недобитками. В том, да, я их успел всех покоцать, те, которые успели... Эх, трындец. Так, сверху цели множественные. Иду. Да пипец, я только пошел нашу жопу корабля за... Это другие, это другие! Факт. Я знаю то, что это другие. Приближаемся к Маясу. Штурмануло. Накрыл. Хорош. Я не знаю, всех накрыл или нет, давай на заднюю пушку. Ну там хорошенько бахнуло так. Далеко главное. Надо ленту зарядить. Шо? Жесть я, да я на вас управляю, у меня тут этот... BCHD. Кого Ладно, что? Забейте. Это очень старая шутка, и нужно знать, она очень непопулярная, типа. Мы приплыли, над Маясом. Так. Ура! Так, за нами они идут? Я не знаю, сейчас хочу... По тесте я пока за патронами сбегаю. У меня есть идея, как очень быстро запускать Маяс. Не надо быстро запускать маяк, мы все оттуда должны упереть. Мы не должны. Мы обязаны. И мы не обязаны. Я задумался, а зачем я трачу целый стержень на Маяс, если я могу отработанный? Если он там есть. Не, ну мы... Да пипец! Слаг, что с физикой нашего корабля? Почему меня гравитационная воронка между люком заживала? Нет, не пукай. Не будь я хаском, я бы сдох. Ты поприносил сюда новых патронов, что ли? Ты нормальный человек, ух ты. Это не я. А кто поприносил? Я не знаю, они там были. Я их просто под ногами в один момент обнаруживаю, все. Воу, классно, Фрум притащил. Нет, это не я. Но у нас две пушки почти пустые, там стоит два ящика, хорошо. Инвенты, карман. Так, ничто не останется здесь. Сворую все. Пипец! Что а они тут делают? Кто? Хорошо, а у меня нет с собой оружия, алё, что я делаю? У нас тут живность. Какая? Водоплавающая. Смерть. А, это бомжи. Оружия у него нет. Ну это тебе показалось. Убери свою башку от него. Я сейчас сам сейчас загрызу. Ладно, грызи. Может, все же ты отпоешь, и я выстрелю? Ну ладно. Езжай плюс сосать. Туда. Так, где мои любимые воданчики? Так, мы еще минутку стоим, вы еще не активируете, я хочу выйти на секунду. У нас, там, еще, очень,
У нас там очень покоцанный поцалок, я хочу туда сходить и нормально его залатать по-человечески. Так, а чё, а, да? Ладно. Так, вот это вот надо. Пьёк. Ага, шикарно, они все теперь заряжены? О, да, у меня фубок, ура. Я, кстати, потерял один из своих любимых, один из их любимых чемоданчиков. Так, слышишь, ты, где лом? У меня. Отдай, блин. Матрос лом, вернитесь. Фигали! Я его в прошлый раз успешно спёр. Ну вот я в прошлый катке первый взял. Ну это в прошлый катке. Это ясно, заберу его потом с твоего трупа. Не переживай, я скорее всего сам последним из нашей... Я последним из нашей команды умираю. Ну что бежишь? Нет, потому что меня остается. Нафиг ты закрыл люк? Это не я. Я ничего не делал. А, он так открывается. Вот это да, я думал, кнопка только снаружи есть. Открытие с кнопки, да? Угу. Оп. Офигеть! Я думаю, почему с нижних уровней он постоянно откачивается вода, а его не проспонсировали насосом снизу? Зачем, блин? Действительно. Так, давай ты, наверное... Ты хочешь на ядерку или нет? На. Тебе нужен, нужна эта отвертка зеленого качества? Да, давай. Держи. Еще у меня вот такая штука есть, вот такая штука есть. Так, это пусть пока тут у меня в кармане полежит. Я не знаю, что такое компонент реле и аварийный гудок. Ладно, я знаю, что это. Я не знаю. Вот это, да? Погоди, а разве good и excellent? Стой! Синяя лучше. Если она тебе не нужна, закинь ее в деконструктор. А, не-не-не-не-не-не-не. Я что-то перепутал. У меня ключ хорошего качества, а отвертка типа... так. Я спер все там, короче, что надо потом понять. На пушке! Стой! Ау. Вот, сейчас отверточку разгребу сразу старую. У нас три пластиковых уточки есть. А тут жало хаска. Ой, инопланетная кровь. Попить. Хорошо, ты на этой будешь, да? Да. Давай тогда я на передней обычной... Стой! Меня это вообще не устраивает. Я в нее сразу сейчас перезаряжу нормально патронов. Яйца трупного паразита. Вкуснятина? Вау. Вкуснота кушать. Так уже. Хотя нет, надо было их этот с собой взять, чтобы подселить кому-нибудь на аванпосте. Ammunition box, ammunition. Мы шо, гады? Синие это какая? Это обычные? Coil gun. Я, кстати, готов запускать, но... Есть. Зарядился, готов. Ждем. Сверху где-то на час, на два придут. Готовься. Запуск через 3, 2, 1. Вам права? Да. Сверху смотри. Посмотрю, нету. Ладно, пока их нет, Свак, быстро в этот... Давай, забегай на третью пушку садись, или ходу отсюда. Если мы этот, будем от них сваливать, то нужды в рельсотроне нам уже не будет. Сейчас нужно было бы ачивочку нам за это дать. Keep the engine running. Когда, знаете, это в банк забегают люди, говорят, не глуши мотор, мы сейчас... игра, так нельзя, это подстава. Подстава, они-то заспавнились, но где? Они вообще не скорее... Ну, да, тогда пролаг был, они где-то появились. Прикинь, где-то в камень, в текстуру просто. О, хаск плывет, смотри, сверху хаск плывет. Одинокий, он прям над нами, я на него смотрю. У меня не хватает рейнджа, я не вижу. А оптика не этот. Ты просто чуть повыше, у тебя пушка чуть повыше. Он буквально в углу экрана один плавает, и все. Это то, что нам игра загрузила? Прикольно. Видимо. Спасибо. Давайте его себе возьмем. Как Пэт, научим его заваривать чаек. Да.
отчаливаем, ребят, давайте. Эх, считать бы по единственному хаску из... О, по двум хаскам из ядерки. По трём. Да, ребят, посмотрите, сколько там хасков, алё. Ну-ка, 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 вверх нас подними немножечко. Ребят, сейчас фокус покажу. Не надо. Оп-оп-оп-оп. Опа. Улов. Ты собрал. Они нам это... Они нас не коцают, все в порядке. Они дружелюбные, да. Дружелюбный просто... сосед, да. Мы их просто дул. Нет, ну я на них прокачал себя. Блин, а что у нас так все пердит, дымит? По-моему, это лаги боевики. Не-не-не-не-не. Нет. Ну, по-моему, оно. Было. Оно реально пердит и дымит. Ну, у меня все еще просто. Неплохо, неплохо нам в этот раз подкинули. Ага. Мне интересно, мы к вам поступаем или к перебойной точке? Перебойная там, где нас всех перебьют? Да. Не надо. Ой, сверху так, цели там всплывать вверх. Сколько, где, какие? Сверху цели 4-5 где-то. Блин. Цели. Гораздо больше. О, 6, боже. 7, садись, 8, садись, 9, садись 10, на эту. 11, 12 целей. Но это мы быстрее... Тварь, что... Часто жру. Нас ждет перебойная точка, это очень грустно. Попал. Нормально. Не останавливайся! А, блин, мы припарковались хорошо. Мы не припарковались, не, мы просто проплыли. Ну или, да, или хотя бы. О, так. Ребята, у нас тут сейчас монстр. Боитесь? Монстро, нет. Жаль. Чувак, я сижу на ядерном орудии, какой боишься? Я нас всех убью. Давай, люди, растрачивать боеприпасы, ты нам их закупать просто негде. А, все, да? Блин. Так и до этого не особо-то было где закупать, все бомжи. Нет, три ящика чего-то купили же где-то там, три ящика, блин. Для магнитной пушки стандартных боеприпасов. Либо закупайте взрывчатку повышенного это. Я буду сам крафтить их. Ну, блин, как бы да, это немножко проблема. Немножко? Множко. То в какой-то момент мы окажемся в такой ситуации, то что мы просто не сможем ничего предпринять. Стоп, 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 стоп. Мне надо качнуться? Я могу? Я не могу. А шо так мало вон постов здесь? А, у меня игра вылетела. Не надо. Это грустно. Блин, а это... Не такой же большой кусок карты открылся, если нужно, то пошло. Подожди, откроется еще тогда. Если он открывается по... Что, Фрум? У меня дверь тут сама сошла. Потому что Сигма вылетел, на его труп бесится дверь. Что, перезапуск? Ну, мы же сохранились только что или нет? Ну, тогда, видимо, да. В общем, ладно, ребятушки, у нас появляется небольшое альтернативо. Как поплыть? Давай, Кэп, объясняй еще раз только вкратце. У нас есть целых два пути. Один для девочек, которые боятся трудностей. Это проплыть через кучу точек, чтобы попасть в заброшенный пост. А есть другой путь крови. Убийств, ну, убивать надо. Монтировкой громового червя. Собственно говоря, в чем разница? Ну, сейчас мы проплываем очень близко к опасной глубине, а нас либо вздернет. Ну, типа, у нас под нами сейчас нет дна, если у нас, ну, типа, если мы всрём файт, то мы сдохнем. Ура. Ну, как сдохнем? Вплавь будем забираться дальше. Просто будьте наготове, нас ждет цель охотничья. Ладно, предупреждай, когда и где. В случае чего, если я нахожу хотя бы какую-то твердую землю, я просто в нее втыкаюсь носом. Хорошо. Ура. Лучше пузом на нее ляжь, чем носом. Ну, у нас 300 метров до опасной глубины, и нас сожмет как... Ну, что это на... Что как это? Титан, да? Как титан, вы хотели сказать. Как титан, да. А, это просто камень. Я на рельсу прыгнул, чтобы... Я вижу, вижу. Это. Я так спокойно себя чувствую, когда кто-то на рельсе сидит. Или я, или кто-то другой, просто... Я ему сразу же глаз выбил, он умер. Красиво. Красиво. Как победить босса за секунду?
Там смотритель появляется, ему сразу в глаз. Я пошел чиниться. Давай. Ух, ё-моё! Нет, возвращайся на пушке. Бегу! Сверху, снизу. Сверху много целей, да, сверху. Оп, сзади, сзади, сзади гасите! Блин, никто на сзади не... А, лента пуста. О, хоть что-то. Огонь! Одного достал, второго, возможно, тоже достал. Тут осталось еще парочка патронов, постараюсь их потратить. Опа, ку-ку! Где, сзади? Внизу был. Когда-то. Сейчас ну, посмотрим, вроде... если с того верхнего, если я его достал или нет. А-а-а, тонет, тварина. Да, все, верхнего тоже достал. Все, сверху чисто. Так. Я, если что, вышел, все же проверю, что это за тварь. Ну, я понимаю, что это разновидность шипострела. Опа, у нас здесь дырка. Так. А ну-ка. Ну, в них кровь. И плавательный пузырь. Угу. Так понял, ничего интересного из них получить не получается. Получить это... не получается. Что? Как ты называешься? Ядостай, а они ядовитые. Может, мы из них можем фармить яды? Угу. Делать из него этот... Цианид. Цианид живого создателя. Цианиды счастья, да. Не на рекламной основе, если что. Они такие... оседают, как кусочки говна, такие. Видел, бедолаг. Ну, они так выглядят, что... Никто же не это за себя не отвечает, когда он спит там или, ну, мертв. Еще бы. Откуда, кстати, взялось вот это вот выражение, что в гроб краши кладут? Ну, то есть, наоборот же, людей в гроб там приморофечивают, накрашивают, принаряжают. Офигеть. В крашевых трупах нифига интересного нет. Первая стойка стрельцы полностью заряжена. Сейчас пойдем посмотрим, если у нас там... да, у нас есть еще вторая стойка там далеко. Но, блин, отсюда жевать не переживать, потом перетаскаем. Я на корабле. Хорошо, Кэп. Так, а что у нас с зарядными станциями-то случилось? Это снаряд попал? Ну, точнее, этот. Плазмокатор. Так, ну утечек вроде нет. Ну тут, блин, там, я не знаю, осталось полтора патрона, фиг с ним. Вот это вот здесь. Здесь есть еще совсем чуть-чуть, но его, наверное, пока что... Да, я его пока что оставлю. Как... Капитана, мы когда поплывем? Так, хорошо, да, поехали. Нам пора бы уже бы. Уже бы пора бы. Файт мы не просрали. Капитан у нас без микрофона. Эй, Кэп, ладно, пауза. Хороший вопрос, что является целью. Я думал, это очень... смотритель. Смотритель, мне... да, мы уже грохнули. Что очень? Мне очень не нравится... Зачем она заходит? Цель 400 метров в глубину. Опа, все, она нас увидела. Все, вплывай вверх. Где? Цель снизу, снизу 300 да, метров. Да. 250, она очень быстро... Блядь, это... А, с... Блокиратор? Нет. А, оно на 9 часов. На 12, на 12. Ну, на 6, на 6, на 6. Я только подумал, как оно может быть на... Но мы от него убегаем, теоретически. Да, я просто пытаюсь найти поверхность твердую какую-нибудь. Вот нашли. Я перестал видеть. Подойди. Не паркуй нас тут, не паркуй нас тут, пушки, да, окажутся бесполезны. Подожди. Надо его опять приманить. Он забыл опять про нас. Это просто ветер. Что? Обо что мы врезаемся? Ну ты дном черпаешься, чувак, ты чё? А, да? Да. Ты уже дважды черпанулся, один раз уже насквозь. У меня его на радаре просто нету.
Я пойду это, проварю его пока что. А, камни низкого радиолокационной заметности. Я никого не наблюдаю. Не надо было уходить от него, надо было дождаться, когда он поближе поплывет. Да, он с такой скоростью плыл, что как бы... Мне очень нравится то, что у нас еще 100 метров вниз, и мы... Дан. Может, не надо тогда? Да. Но нам что угодно нужно. Хороший вопрос. Он от нас сбегает. Тут можем, можем чуть правее лечь, в случае чего. Там он от нас сбегает, в этом и есть вся проблема. Мы сейчас, по-моему, уже ниже 100 метров. Тихо. Все в порядке. Надеюсь. 20 метров и мы взорвемся. Взорвемся не моментально. Надеюсь. Мы приближаемся. Технически это же не explosion, это implosion. То есть... Ну, вожмемся. Вожмемся, да. Я не понимаю, что с радаром? Ой. Че? 500 метров перед нами. Плюс-минус. Сейчас, подождите. Я пока не уверен. Опасно это, блядь! Не надо. Не-не-не-не-не-не-не-не! Вверх! Вверх, корабль! Он плывет вверх. Плывет вверх. Тихо. Тихо. Пожалуйста, пожалуйста, быстрее заваривайте, быстрее, пожалуйста. Везде, вообще, вот все, что можете. Быстро поднимайся наверх. Поднимаюсь. Цель 200 метров под нами. Иду. Слышу даже. Капец. Что это было? Хороший вопрос. Вон он, видел плавник. Над нами камень, под нами ничего нет, по-моему. Нет, под нами. Ну, под нами, кроме... Ты на рельсе? Да. Мы вниз опускаемся. Мы тонем нафиг! Да, мы тонем. Заваривайся! Я заварю. Ты что, заваришь? Да. Заваривай быстро на тогда. На пушку быстро! Я на пушке! Все. Так, основной балласт заварен. Что? Почему я сквозь пол провалился? Опасное давление. Ух ты! Чини! Да. Оно здесь! Харибда? Да, Харибда. Так, по-моему, этот забей. Выстрел убил нас. Нет, это выстрел поселил Харибду у нас в машинном отделении. Сейчас мы будем еще быстрее погружаться. Да? Да, мы, по-моему, уже больше не всплывем. Ну, значит, наш давление стартится. Просто... Да, отстань очень... ты от меня! Ненавижу файты на... Вот это опять нас убило именно давление. В этот раз да. Ай. Ну, ребят, мы уже преодолели отметку в... А, отсутствие стен меня коцает. Ну, машина... Разлетающиеся стены. Можем рестартить. Давай. Хорошо, рестартим, пофиг. Стекло это для... Ребят, какой это у нас? Третий, четвертый заезд. Хороший вопрос. Мы слишком хорошо вниз пошли, мы сейчас землю протараним. Не-не-не-не-не, пожалуйста, не надо. Интересно, эти твари нас потеряли или нет? Я думаю, нет. Я на пушку сел, сейчас смотрю. Да я смотрю. Я их немножечко поотбивал, там отбивные из нескольких сделал. Мелочь вроде в авангарде, которая шла, подохла. Крупные гнались, но мы от них ушли. Эх, если бы я делал балласты чуть лучше, чем... Если бы я знал то, что... Сейчас, по-моему, немножко поздно об этом. Ну, под конец нашего прохождения, да, поздновато как-то. Блин, надо будет второе прохождение более хардкорным сделать без хаски. Да, ага. Человек так подозревает, что будет второе прохождение. Ну, по крайней мере, в этом десятилетии. Что это было? Что ты сделал, сын, блядь? Можно, пожалуйста? Извини, пожалуйста, но я не знаю, как это по-другому назвать. Я тебя это, ну... Чмок, короче, понял? Вот первые три буквы прочитай, вот это ты. Чувак, он не Цура, он Кацура, успокойся, все. Так. Я любя это сказал, и вообще ты прав. Ёперный театр! Че? Ё-моё, как здесь проплывать? Я гений, я сказал то, что я это любя, я твой брат, и я вспомнил, что я сказал.
А как? Зачем ты себя бьешь, а? Меня вообще смущает эта мелкая рыбка сверху. И еще три таких. Еще шесть, еще семь. Блин, они нас догнали. Классно. Где? Сверху. Оно уже прогрызается. Сзади. Сверху. Да пипец. Ты дохлая, не дохлая? Оно не дохлое! Я какой-то межгалактический... Не, все, уже дохлое. Одну мы какую-то межгалактическую селедку собираем. Межгалактическую селедку? Да. Нас грызет что-то. Да-да-да, сзади. Воу! Шел нафиг. Раз. Ай, да блин, дострелял. Еще одну. Я заряжаться. Давай. Да что происходит? Нас ядострелы. Стрелы яды, да. Едят. Флаг, я скинул тебя в Дискорд. Зачем? Он... Ты снизу, сверху, где они, я не вижу. Они снизу умирают. По-моему, все. Скала, блин, нос почесала. Даже не Дуэйн Джонсон, прикинь. Я не понимаю, как мы в прошлый раз хрипели. Если бы Дуэйн Джонсон, мы бы радовались. Так, там я даже не знаю, что сейчас делать. Дежурить на пушках или идти завариваться, потому что трындец какой-то происходит. На секунду отключаешься, уже что-то, везде, уже что-то грызет, да. У тебя окно пробито, кстати. Я в курсе. Или подожди, оно просто грязное, ты задолбал рыб таранить. Под водой нет майских жуков, успокойся. О, ребята, я сейчас двигателем сяду на рыбу. Не надо. О да, я хочу Харибду протаранить. Ты, блин, японский летчик, успокойся. Почему с конденсатора идут? Хочется просто. Потому что у нас где-то перенапряг, у нас дырок много по корпусу сейчас. Лак, ты так жестко потеешь, что твой отсек заливает. Простите. У меня в один момент просто на месте взлетел, и вся вода начала литься. О, нет! Что? Это я ударился башкой об пол. Боцман? Да. Я понял, в чем прикол. Сейчас починим. Чики-пуки, да. Где Харибда? Ну, еще 50 метров, и мы пробьем дно. Лопнем нафиг. Короче, Харибду сейчас скамим радаром и плывем отсюда нахер. Ребят, там в машинам протечка, но я не дотягиваюсь, там снаружи. Но это нечестно просто. Харибда там, где мы дотянуться до нее не можем. О нет, опасная глубина. Пипец. Плывай фас там наверх. Да, гитару из рук. Оно не всплывает. Все всплывает, конечно. Не надо. Не всплывает, надо бежать быстрее заваривать. Заварился, давай. Она. Я поставил ее вверх, все в порядке. Она просто обкатывает. Не в порядке, она с отсеки заливает. А мы тонем, все. Уже еще. Да. Ну, Харибда. Да ну... Ну хорош. Заваривал этот бам. А почему оно зеленое было только что? Потому что я стреляю в упор по Харибду. Уйди, фу. Плюнь капу. Меня съели. Меня съели? Эй, Харибда, ты же Сигма, ты прям умер? Да, нет, я вишу еще. Но сейчас сдохну. Быстрее, подскачивай меня. Нечем. Видишь мое состояние? Плохо довольно. О, я вижу Харибду.
Она меня укусила. Ща, полежи, полежи. Она тут сверху, блин. Я сейчас из корабля вывалюсь, флаг. Подожди. Где моя я сумка? Я очнулся, но я не могу ничего сделать. Я сейчас не могу купить. Давай, скорее несите и хоть чем-то выстрелите в нее, она вообще никакущая уже. Хватай меня. Наверно. Все, брат, давай я тебя застрелю. Брат. Так, кровь пить. Так, а где корабль? Я вообще перед смертью хотел ей монтировкой вшатать. По ней по чуть-чуть совсем пострелять надо, она не, она уже дохла. У нас конденсаторы отсутствуют. А мы, кстати, на мели. Да, да, да. Да, я тут, мы на мели? Да, мы уже на мели, за мели. Кого мели? Ой. Да, хорош! Она тут ко мне морду сует! Куда нас понесли? Ой, пипец! Я чуть не сдох. Ребят, я сейчас реально сдохну, будем рестартить. Убейте ее. А ты где вообще? А, все. Я все это время завариваю машины, она его разбивает, и я его завариваю. Ну все, пофиг. Ты че? Не, ты мне еще можно откачать, но... Ну это, блин. Хули, быстро. Фрум, ты где? Быстрее откачивать его. Выпадаю из лодки через машинное отделение. На нету, я выпадаю из лодки. У меня еще пол хпшки есть. Как... У меня есть кровь. Фрум! Я же здесь, я живой, надо кровь. Я не могу его щупать. Ну что я сделаю? Я-то подвинуться никак не могу. А что со мной? Пей кровь. О, пошла хпшка, пошла хпшка, давайте, давайте. Я тебя кровью напою. Еще ему. О, он что-то шлется. Нет. Продолжай его долбить, я попробую. Ребята, у меня для вас хорошая новость, мы отсюда не выберемся. Да. Почему? Мы сейчас тебя поднимаем чисто по приколу. Если что, мы не всплывем. Так, бейся, бинты или еще что? Я латаюсь бинтами, вот. Ну все, прекрасно. Мы-то можем его сколько угодно здесь этим поить кровью. Я, по-моему, слаг завязывает, а не этот. Сигма, ты ближе всех из нас к этому, к вылезу. Попробуй вылезти. Не могу. Надвинуться не могу. Так, а я могу двигаться? Нет. О! Выплевывай меня, выплевывай! Куда? Пробел тыкаете? Здесь сага свернула. По-моему, Харина сейчас просто уйдет и станет скучно. Предлагаю полежать здесь, вылечиться, да, потом... Перезапуск, походу, опять. Да? Бля. Но мы же не в своем. Факт. Почему? Мы за глубиной? Да. Почему? Хотя все остались живы, хорошо. Почему три? Пошла глубинная бомба. Почему у нас пробоины? Все в порядке, я всплываю. А я... Тише, тише. Точно всплывешь? Да. Варишь? Да, да, да. Да, да, да. Вари балласт. Заварите. Варить. Не только балласт. Харинда! Не вижу. Реально? Попали. Попали? Попали, да. Ребят, заварите, пожалуйста. Пацаны. Попадание! Поднимите чуть повыше. Флаг, на который мы будем падать. Мы будем убегать. Поднимите чуть повыше, мне... Блин. Мы не будем убегать. Мы не поднимемся больше никуда. Ну пока оно нас наверх тянет. У нас тяга на Хариба-ба. Нас Хариба тянет, да, пока что. Я пошел заваривать, я поставил себе вверх, короче. Да, попал. Я стараюсь попадать безопасно для нас. На верхнюю ушла. Сейчас. Вот тут безопасно ты не попадешь никак. Да, убери ее нафиг отсюда. Стараюсь. Блин, оно хилится. Надо сесть на эту пушку. Земля пухом, она прям к нам толкается.
А, уходи, 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 уходи. Не-не-не-не-не-не. Уходи от всех, уходи, тут проход вылазь. Меня провалило, все нормально. Она буквально к тебе ртом. Иди, 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 фу. Блин, все пушки там, где она уже прогрызла. На, все, сняли. Хорош, а толку? Всплывали. Всплывем. Нет. Глубина 6 километров. А ну. Быстро, однако. Так она нас вниз сама потянула. Нет, я не заваришься. Ну по максимуму надо быстро перекрыть. Из-за давления. Структурная целостность. Мы даже не всплывем. Да ну нафиг! Я ее эпично убил, блин. Насколько внизу. Насколько глубоко? Да там все уже. Да, все да уже. Понятно, насколько глубокий местный океан? 10 километров? Ай. Он бесконечный. Забей. А во что мы сейчас врежемся тогда? Ни во что. Ну чисто в теории он может быть давлением. Мы врезались. Сильный уши. Уйди нафиг, свак! Ты задолбал, да? Я пойду посмотрю, что на улице. У нас как раз стен нет. Мы упали. Ну да, это вот платформа какая-то вроде. Она ровная абсолютно, тебя сейчас раздавит. Ё-моё, не, завариваться, да, бесполезно. Абсолютно. Корабль скребет мной по дну. Так, ну смотри, мы плывем. Вперед? Да, по дну ползем потихоньку. Может там тогда я делаю полный вперед, и мы поползем. Да, 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 по скалам так и выползем наверх. Ну. Да зачем ты чинишь, это коцает нас? Нас? Да. Стены лопаются и по нам бьют. Видишь? Да. 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 Ну, ползем. Скорость 7 километров в час. Ползем. Ползем. Но это перезапуск. Можно, как в Vice City, ну, когда стреляешь назад и летишь вперед. А можно у нас там, я не знаю, ну может все-таки как-то, ну, у нас это там... Ребят, это мертвая точка или какого фига? Зачем ты мне выпи... Ну спасибо, убил. Ну, ребят, мы можем не убивать Харибубу, но это неинтересно. Ну, мы тогда не герои. Но нет, у нас нет вариков. То есть она в любом случае... У нее нету ограничений по высоте. Она может и сверху, и снизу до нас доколупываться. А один удар от нее, и мы уже не всплываем. Ну да. Кто-то тут висит же мых. Ай, 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 ай. А, перезарядится. Короче, ладно, ребятки. Думаю, тут она... Ты что, с корабля вывалился? Посмотрим, посмотрим, как это все будет. Пока что я не вижу... Я так и начался Евангелион. Вот, но в любом случае, пока что все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда. Адью. До свидания.